привет. Привет тебе, мой маленький хейтер, на ваших экранах Planet Zoo, и мы с вами продолжаем. 14-я серия на ваших экранах, если я не ошибаюсь, конечно. Не забывайте подписываться, для меня это важно. Давайте округлим число подписчиков. Лайкосик поставь, комментарий, ну, соответственно, тоже напиши. А мы давайте с вами продолжим. Так, сегодня мы с вами непосредственно возвращаемся к нашему вольерчику с тюленями, потому что нам его нужно переделать. Я сейчас на какое-то время, конечно, нажму на паузу и удалю воду. Удалю воду, тюленечки у нас пока подвисли в таком интересном состоянии. Смотри, они какие красивенькие, где ты? Вот он. Такой жирненький, такой пухленький, такой хорошенький. Я так подумал, что, блин, маловато. Маловато, к сожалению, нашим тюленчикам воды и пространства, поэтому нужно немножко, ну, немножко над этим нам еще поработать. Так, давайте я здесь вот так вот приподниму, да? Совершенно слегка. Так, а здесь можно бы как будто бы приспустить. Ну-ка. Да, здесь вроде нормально, но здесь она просто... чуть-чуточку выглядывает, мы с вами сделаем ее поменьше, да? Чтобы не торчало из земли. Так, с этой стороны у нас вообще в целом все хорошо, претензий у меня к этому делу нет. Не хватает, знаете, вот как будто бы масштабов и объемов, они как будто бы плавают у нас слегка на поверхности. Хочется им сделать, наверное, ну немножко поглубже. Так, давайте мы размер сделаем побольше. И вот так вот это дело утопим чуть посильнее. Мне кажется, ничего будет страшного, если мы с вами сделаем вольер, ну, покрасивше. Да, я думаю, им тоже это жуть как понравится. Так, ну-ка. Здесь вот можно не так сильно глубоко, конечно, сделать, но... ну, нужно. Нужно. Потому что я чувствую, им тесновато. Я хотел бы еще добить немножко по численности населения нашего. И как будто бы, знаете, ну вот не хватит им. Не хватит им места. Так, давайте здесь мы тоже очень сильно прокапываем. Ну а как ты хотела? По-другому не получается. Знаешь, иногда вот так вот построишь, потом смотришь. Нет, я бы это все дело переделал. Вот, а так как я особо никуда не тороплюсь, но куда мне спешить? Мне... в любом случае нужно записывать зоопарк, вот, поэтому мы с вами будем доводить прям, ну, практически до идеала. Стараться, насколько я это умею, вот. Так, все? Так, вроде все, вроде хорошо. Так, единственное, мне нужно будет вот эту вот кормушку переставить. Вот так вот вниз ее, да? Переставим нашу субмарину тоже вниз. Ну, вот так вот, ну, получше будет, да? Мне кажется, да. Так, давайте тогда вот это вот лишнее мы с вами тоже поубираем. Раз, исчезло. Два, исчезло. Так, и наши кораллы нужно опять-таки переместить на дно. Вообще, в принципе, все на дно. Все мы с вами сейчас перемещаем опять же на дно. Так, тебя мы заберем. Давай. Поглубже здесь как-нибудь углубись. Но красивенько, красивенько торчи, чтобы... некрасиво, никто у нас здесь не торчал. Так, тебя, наверное, вот с этой стороны, знаешь, давай продублируем еще. Вот так вот несколько. Чтобы дно у нас казалось максимально насыщенным. Так, тебя мы тоже убираем. Наверное, вот так вот, да? Нет, надо еще чуть-чуть пониже. Сейчас мы с вами разберемся. Мы сейчас еще дозакажем некое количество тюленей. Чтобы их было побольше, чтобы им было не скучно, чтобы у нас здесь прям жизнь с вами полнилась и кипела. Так, вот это мы тоже сюда все перемещаем. Да? Да, вот больше будет похоже на морское дно на самом-то деле. Потому что до этого у нас все равно какая-то более-менее лужа была. А сейчас у нас будет это все насыщенно и интересно. Так, давай, давай, углубляйся. Угу. Так, тебе сюда. Вот эта арка, блин, она очень красивая. Вот, ее бы. Так, ладно, давай мы ее вот здесь вот в центр поставим.
Ну, возможно, я ее в дальнейшем сейчас немножко еще передвину, но мы будем смотреть уже по ситуации, потому что у нас на сегодня много всяких дел по украшательству. Хорошо бы, если бы я успел это все сделать за одну серию. Так, а тебя давай вот здесь, вот как будто бы тебе самое место, да? Ну вот смотри, уже поинтереснее, уже немножко это все дело заиграло. Так, это у нас что такое резиновая утка? Давайте ее тоже вот так вот притопим немножко. Я почему на дно все эти игрушки ставлю? Потому что когда у нас появляется вода, и она, допустим, обновляется, она у нас всплывает наверх и, ну, прикольно смотрится. Так, вот эту нам штуку надо тоже убрать. Ну-ка. Куда-то вот сюда, скорее всего. Так, и тебя мы тоже убираем. Так, ну, по глубине, в принципе, меня это все дело устраивает. Смотрится довольно-таки неплохо. Так, еще что мне необходимо? Мне необходимо сдвинуть немножко наши рельсы подальше от края. Ну, потому что, да, как-то вот я смотрю слишком близко. У них здесь проход довольно-таки сложный, поэтому нам нужно будет изменить. Изменить путем передвижения ворот, наверное, поближе к нашему ангару. Это тоже крайне важно. Так, и с этой стороны я... Блин, у меня столько-столько идей на сегодня. Я прям посидел, подумал. Думаю, блин, надо все это все сегодня сделать. Так, да, давайте попробуем отодвинуть наши рельсы немножко подальше. Так, ну-ка иди сюда. О, подожди. Не то нажал. Сначала отключить наш маршрут, потом маршрут редактировать. Потом отсюда его убираем. Так, отсюда его убираем. Ну-ка, ты здесь почему не цепляешься нормально? Так, отсюда мы тебя убираем. Убираем вход в наш вольер. Ну-ка, иди сюда. Так, вход в наш вольер мы убираем. И нужно вот это вот все дело нам переместить чуть поближе. Насколько ближе? Вопрос, блин, очень хороший, конечно. Потому что я не знаю, сколько нам понадобится пространства, чтобы это все дело у нас зацепилось. Ну вот, надеюсь, столько, в принципе, хватит. Так, вот эту деревяшку мне убрать, наверное, надо. Так, ну-ка. Выровнись, выровнись, выровнись. Мне кажется, вот так хорошо. Так, и за что тебе зацепить? Тебе зацепить вот сюда. Так, ну-ка. Сделаем тебя слегка побольше. Блин, вроде ровно выглядит. Так, деревянные. Кстати, вот у нас есть металлические. И металлические как будто нам сюда больше подходят, согласись. Мне кажется, да. Давай мы, наверное, металлические здесь и поставим. Да, смотрится вроде как хорошо. Так, иди сюда. Опять же, наш путь. Надо сделать его короче. Вот, с того, как мы делаем его короче, мы понимаем. Мы понимаем, что, блин, что-то не особо у нас получается, да? Так, подожди, а если я его уберу? Вот этот путь... Ой-ой-ой-ой, нет, ты что делаешь? Ну-ка, отойди назад. А у нас здесь... А здесь у нас уже все, конец, да? Да я просто думал, может, прямо отсюда можно как-то продлить, но оно, знаешь, как будто бы не продляется, оно просто вперед у нас выдвигается, что нам... Как говорится, и не нужно. А, подожди. Это неплохо. Здесь как будто бы может зацепиться. Отлично. Блин, как хорошо. Я думал, будет это все дело сложнее именно по настройке. Так, давай мы тогда делаем кружочек. Вот сюда. Да, слегка. Он въезжает, получается, в вольер. Так, и давай, ладно, это мы поставим. А вот здесь мы будем убирать. Видишь, насколько у нас как бы место освобождается, мы с тобой сейчас это дело проверили. Так, давай вот так вот сделаем, наверное. Чтобы целиком и полностью. Так, здесь мы аккуратненько обходим по пляжу. Да, так сказать, по-нашему. Здесь можно даже поровнее чуть-чуть сделать. А вот здесь попробовать, блин, зацепить бы. Но ты пока цепляться не хочешь, да? Вот так ты не против зацепиться.
Так, ну-ка. Давай шаг поворота, может, уберем, будем тренироваться. Чтобы как-то прокинуть это все дело. Ни капельки ты не хочешь мне помогать, да? Но с другой стороны, изгиба-то практически нет, практически же все хорошо. Ну-ка. А если автозавершение? О, понесло его. Понесло его крутить. Нет, не надо нам такое. Ну-ка, а здесь автозавершение? Тоже ты почему-то не цепляешься. Что с тобой? Давай мы тебя подлиннее сделаем. Ну-ка. И вот так вот. Ну-ка. Блин, все равно не хочет. Скорее всего, нужно нам еще вот этот вот вход слегка, да немножко поменять. Он, кстати, у нас почему-то отключился, да? Ну-ка. Подожди, ну-ка, вот так, вот так. А здесь ты поворачивайся. Здесь ты вот так цепляешься. А здесь вот так. Да. Все, вот таким образом ты работаешь. У нас там просто, видимо, кусочка не торчала, поэтому он не особо и хотел. Так, ну, в целом, как будто бы вольер мы огибаем, но прям достаточно красиво. Так, давайте мы с вами сейчас, наверное, сделаем еще одну смотровую площадку. Я тут подумал, что отличный вариант будет ее сделать где-то с этой стороны. Так, вот смотри, у нас, допустим, есть... Блин, надо что-то с этой делать вещью, она как-то у нас криво смотрится. Ну да ладно, наверное, не в этой серии. Так, прокладка туннеля у нас с тобой есть, да? Тогда мы делаем прокладку туннелей вот сюда, вот сюда. И теперь это все убираем вниз на 4. Раз, два, три, четыре. Потом, ну-ка, иди сюда. У нас серьезные тут строительные копательные работы. Так, теперь мы это все дело поднимаем. Раз, два, три. Поворачиваем. Раз, два. Нет, не туда. Не туда. Ровно, ровно меня выкинуло просто. Из нашего подземелья? Да что такое? Давайте в него вернемся, потому что так я нифига не вижу. Так, раз, два. Отлично, ну-ка сюда. Замечательно. Так, здесь делаем плюс-минус до конца. Да в принципе и шикарно. Смотри, у нас есть невероятный балкон. Ну-ка. Давай еще сюда, наверное, сделаем его. Да, пусть вот так вот остается. И у нас с тобой будет очень крутая смотровая площадка. Прям к тюленям. Прям туда, прям внутрь. Прям в самое, так сказать, место обитания. Так, ну единственное, нам нужно здесь по ландшафту сейчас немножко подправить. Давай мы размер сделаем поменьше. Так, ну-ка. Иди-ка сюда, давай выравнивайся, чтобы нам было где зацепить сейчас этот, наше стекло ограждения, потому что без него мы вообще с тобой да никуда. Так, и здесь нам, наверное, тоже нужно слегка вот так вот вытянуть, да? И здесь, наверное, тоже, ну-ка, потому что нам нужно будет утопить наше стекло. Вот в этой вот земле. Так, ну-ка. Подождите, я пытаюсь сделать это ровно и уютненько. Так, хорошо, мы возвращаемся с тобой в вольер, и мы берем стекло. Ну-ка. Так, максимально ровно нам даже, наверное, не обязательно, просто чтобы оно здесь было. Так, подожди, а дальше тебе и не надо, да? Или надо? Давай, наверное, тогда сделаем. Ты сильно не ерзала у нас потом. Так, и тебя мы, наверное, ставим просто вот так вот. Отлично, мне кажется, это шикарный вариант. Так, мы выбираем все целиком и полностью и начинаем поднимать. Начинаем поднимать, чтобы у нас все стекло абсолютно спряталось. Да?
Да, ну вот, получается, смотри. У нас с тобой есть смотровая площадка. Выглядит довольно-таки классно, мне так кажется. Единственное, знаешь, я бы, наверное, хотел вот здесь он немножко вот так вот увеличить. Ну-ка, ну-ка. Подожди. Вот так вот. Да? Да. И воткнуть сюда нашу вот эту вот арку. Вот так вот. Чпоньк. Ну, то есть она вот просто с этой стороны будет очень классно смотреться. Но с другой стороны, можно нам и не одну арку поставить. Мы же не особо с тобой жадные, да? Поэтому давай вот сюда вот куда-нибудь ее тоже еще одну воткнем. Вот так вот, да? Чтобы у нас было несколько арок. Так, а тебя, наверное, мы тоже сейчас копернем. Куда-нибудь вот сюда. Я поставлю, чтобы смотрелось прям очень уютненько, очень красивенько. Ну-ка. Хорошо? Блин, мне кажется, смотровая площадка шикарная. Так. Единственное, нужно нам теперь это все дело заполнить водой. Ну-ка. Здесь она, главное, чтобы еще красиво заполнилась. Блин, она шикарно заполнилась. Смотри-ка, что. Прям... Да. Прям то, что я хотел. Единственное, вот сверху, знаешь, как будто бы слишком большой бугорок у нас, потому что у нас здесь еще есть планы всяко разно разместить, поэтому давай, наверное, по ландшафту его сразу подровняем. Ну-ка. Ну, хотя бы вот так. Да? Чтобы у нас было место для размещения всего и вся. Так, смотри, воду мы с тобой делаем кристально. Пузыриков мы с тобой добавляем побольше. 0,7 примерно. Мне вроде как нравится. Так, и снимаем все это дело с паузы. Тыдынс? Да, наших ребят сейчас оттащат назад, а мы, в свою очередь, с вами сейчас еще закупим тюленей. Так, нам нужен мальчик. Подожди, а у нас сколько вообще мальчиков? Так, мальчиков у нас 3. Должно быть не больше 5. А, еще знаешь, что еще, наверное, размножением все-таки надо пока подкорректировать. Я, наверное, оставлю, чтобы они сами не размножались. Так, и смотрите, нам нужно еще 2 мальчика. Да, принять, принести. Еще одного какого-нибудь красавца. Вот этого мы с вами тоже заберем. И девочек. Девочек, я думаю, можно тоже штук 5... Легко вообще, чтобы нам добили. Так, ну ладно, не добили, а принесли. Что это? Как-то не звучит. Да, вон, смотри, вообще какая-то очень красивая девочка. Так, ну еще одну возьмем. Я думаю, на пока нам хватит. Мне хочется просто, чтобы у нас тюленей было прям, ну прям побольше. Так, давай мы разберемся. Вот здесь вот у нас есть с вами дисплей. Так, это кто у нас разговаривает? Аннушка. Аннушка молодец, что-то вещает там. Так, эта комната отдыха так далеко, пока я доберусь до нее, останется совсем вымотанным. Ну ладно, я подумаю над тем, чтобы вам сделать еще одну комнату. Я прислушиваюсь. Я к вам, ребята, прислушиваюсь. Так, смотрите, сюда мы ставим еще один дисплей. Так вот аккуратненько его. Да, и он у нас тоже тюленей. Ну, чтобы люди понимали, что сюда можно вниз спуститься, еще на тюленей посмотреть. Хотя можно, знаете, где тут? Блин. Смотри, как красиво. Сюда приходишь, и здесь прям вау. Прям даже очень хорошо, мне кажется. Так, смотри, у нас есть с тобой по строительству, не по строительству, по объектам, по-моему. Где-то здесь, вот, да, смотровая площадка. То есть у нас есть значки, ну, точнее, пункты, которые показывают, что здесь у нас смотровая площадка. Я думаю, 2 нам, в принципе, можно поставить. Ну-ка, ребята, вы пришли? И чё, как вам? Так, кто предлагает лучшие напитки? Содовая гулпи. Ну, это дети, ладно, о чем они еще могут разговаривать? Этот зоопарк просто чудо, блин. Ты шаришь за зоопарки. Этот зоопарк просто чудо. Ну-ка. А вы как думаете? Как хорошо, туалет 13 здесь в бесплатном доступе. Это да, это я постарался.
Так, Гранита Гулпи, здесь продаются просто волшебные напитки. Это отличное место, чтобы купить что-нибудь в подарок для друга, возможно. Так, ребята, я, во-первых, вам просто установлю вот фокусировка, да? Направление вольер номер 17. Окей. Подожди, а почему вы уходите? Это же вольер номер 17 у нас. Смотри, какая красота. Чпоник. Ну ладно, одни ушли, может другие... Блин, ты чувствуешь, да, вот эту разницу? Смотри. Раз, а потом так... Вау! И тут мэджик просто какой-то. Ребятам нравится, они... Да ребятам нравится, конечно. Что тут думать, я вообще не понимаю. Так, вот это вот висячее все. Нам нужно, наверное, скопировать и все-таки повтыкать вот так вот, да? Тэденс. Ну, потому что реализм нам с тобой тоже не интересен. Так, а вот эти, может, блин, их вообще просто поубирать, да, чтобы они вот так вот не маячили. Ну-ка. В принципе, да. Они визуально у нас там не особо влияют прям. Так, где ты? Иди сюда. Так, а тебя мы скопируем. Та-данс. Окей. Все, ну, чтобы визуально тоже у нас как-то это все палки не торчали. Вот, а ребятам, с другой стороны, очень нравится. Правильно же, нравится ребятам? Ну-ка. Тогда все хорошо. С ним все хорошо. Хотя кого-то забрали. Доктор забрал. Так, уточка у нас всплыла, как мы и планировали. Да, здесь тоже все хорошо. Так, здесь смотровая площадка отлично. Здесь у нас вообще толпы народу. Посмотрите только. Танданс. Но мне, конечно, нужно немножко украсить внутреннюю часть. Вот нашего зоопарка. Без этого никуда. Хотя, вот знаешь, мне вот это вот надо, наверное, убрать. Потому что она как будто бы мешает сюда всем подходить. Да, наверное, мы так и сделаем. Да, кто-то заходите, кто-то выходите, главное не толкайтесь. Толкаться вообще не нужно ни в коем случае. Так, ладно, давайте мы приступим с вами дальше. У меня есть несколько чертежей, которые я хотел бы использовать. Мои чертежи, мы в них переходим, да. Вот смотрите, у меня есть камень, да, мной так называемый. Это просто гора скал. Вот, которые я хочу разместить. Размещать их буду где-то вот с этой стороны. Вот, мы будем внешне улучшать и визуализировать наш вольер. Ну-ка, так хорошо смотрится. По-моему, смотрится даже замечательно. Ну-ка, с этой стороны тоже красиво. Единственное, вот здесь вот нам закрывает вход. Поэтому мы что делаем? Мы, конечно, с тобой это все дело разгруппировываем. Да, чё вы там ругаетесь? Бегите, бегите. Бегите, играйте, все у вас будет хорошо. Так. Давай мы вот здесь удалим. Вот здесь мы несколько камней с тобой тоже, конечно же, удалим. Чтобы поезд у нас проходил вообще беспрепятственно. Да? Да, вот это единственное мы подвинем. Так, что там происходит? Какой-то зловещий шум. Так. Это мы тоже с тобой двигаем, чтобы поезд вообще никто ничего нигде не цеплял. Так, вот это дело, наверное, тоже немножко надо подвинуть. Так, и вот этот камень тоже слегка подвинуть. Да? Да, отлично. Все, у нас с вами как раз там проход вот этого поезда. Он будет у нас от людских глаз немножко закрыт, но с другой стороны поезд у нас все-таки... будет двигаться по нашему вольеру, и ну, люди могут наслаждаться видом наших животных. Так, давай, возвращаемся дальше к нашим чертежам, смотрим, что у нас тут еще подготовлено. У меня есть маяк. Маяк довольно-таки красив и хорош. Я его, наверное, поставлю где-то вот здесь, вот среди скал и камней. Мне кажется, он будет смотреться здесь максимально хорошо. Так, здесь мы, в принципе, с тобой подукрасили. Давай еще, наверное, так вот несколько копий сделаем. Так, ты идешь сюда.
Вот здесь вот у нас как будто бы слегка пустое пространство. Я бы хотел это исправить. Так, один камушек мы поставим вот такой. И один нам нужен, наверное, вот такой побольше. Ну-ка. Вот так вот. Так, два камушка, это замечательно. Далее мы с тобой переходим в строительство. У нас где-то здесь есть украшения. В украшениях мы с тобой смотрим тюленей. Где-то я видел, здесь были довольно-таки симпатичные тюлени. Но, опять же, без поиска, ну, никак мы с тобой не обходимся. Так, вот они, по-моему, да, водный мир, скульптура тюленя. Замечательно. Так, давай мы тогда сюда ставим, он, скорее всего, из бронзы у нас, да, сделаем. Так, сотрудникам приходится стоять в очереди сейчас, мне нужно посмотреть там, ребята. Почему сотрудникам приходится стоять в очереди? Так, а тебя мы, наверное, поставим вот сюда. Да? Так, а тебя мы, наверное, тоже скопируем. Вот так и перевернем. Мне кажется, будет смотреться очень, очень хорошо. Так, ну-ка иди сюда. Вот так он, да? Или чуть-чуть даже вот так вот сделать тебя. Мне кажется, мы его просто немножко не довернули. Надо сделать, чтобы хвост у него тоже торчал. Ну-ка. Да. Так, хвост у тебя торчит. Мы тебя чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Чуть-чуть вот сюда. И... подожди. Я даже запутался. Ну, вот так вот, наверное, хорошо будет. Чпоникс? Да. И визуальная составляющая у нас с вами какая-никакая есть. Ну, заполняем места, которые у нас с вами не заполнены. Так, здесь, кстати, тоже можно поставить кустик. Мне кажется, будет выглядеть очень хорошо. Да? Да. Вполне, вполне, вполне замечательно. Единственное, вот отсюда видно наши вот эти вот постройки. Их тоже категорически нужно будет спрятать. Не факт, что это в этой серии, скорее всего, может, даже на стримах мы с вами этим позанимаемся, но тут как бы в любом случае. Так, люди. Люди все, побегали, свалили куда-то. Они приходят смотреть только на новых животных, потом просто бегают между туалетом и, я не знаю, ну, покупают себе, наверное, что-то попить. А, кстати, ребята, да, я в этой серии никого не назначил, потому что... решил по максимуму времени потратить на стройку, поэтому кто хочет у нас в персонал добавиться, пишите все под этим видео, я всех добавлю. Так, а еще знаешь, как будто бы вот сюда можно еще парочку вот таких вот растений добавить. Слева и справа. Да, и что-нибудь маленькое. Ну-ка иди сюда. Маленькое, но красивенькое. Вот так вот. Да, пусть у нас все здесь потихонечку растет. Выглядит, по крайней мере, очень хорошо. Так, ты кто у нас? Шуршуня. Шуршуня у нас вещает и людям про все подряд рассказывает. Так, это очень хорошо. Давайте вернемся к нашему вольеру. Блин, красивый такой под водой, большой. Я прям очень рад, что мы увеличили его размер. Так, сюда. Сюда у меня, по-моему, по чертежам тоже было что-то довольно-таки интересное. Это у нас вот такой вот водопадец. Вот, мы его с вами выдвинем. Так, вот здесь тюлень лежит. Я надеюсь, ты уйдешь, да, у нас куда-нибудь? А вот так вот. Чпоникс, да. Как раз он ушел. Блин, я практически идеально его разместил по ходу движения поезда. Ну смотри, ну это же красота в чистом виде, правда он у нас довольно-таки длинный получается, да? Так, а если мы его уберем? Нет, мы его с тобой не уберем. Можем, по-моему, заменить на не такой длинный, но это ладно, это уже мелочи идут у нас. Так, давай мы с тобой, наверное, вот здесь вот разберемся с внешним видом нашей пристани. Так, здесь можно с другой стороны чуть побольше, повыше все это сделать. Да, мне хочется, чтобы у нас каменные были края. Но с ними как будто бы смотрится прям очень даже неплохо.
Да, да. Ну, мы еще сейчас для разнообразия всяческих камней накидаем. У нас тут камней с тобой огромная куча. Так. Давай еще вот так поставим. О, зря они подошли. Рыбы накидали. Прикол. Так, давай вот сюда еще поставим. Еще нам нужен какой-нибудь маленький камушек. Вот... для визуальной красоты. Есть у нас маленькое что-то? Блин, все из больших набабахал нам. Да. Маленького как будто бы нет. Ой, что вы тут кричите? А, вы тут рыбу жуете, да? Ну ладно, ладно, жуйте. Рыба — это очень хорошо. Так, давайте мы вот эти вот вещи все поперемещаем, потому что, ну, там они смотрятся не очень... хорошо, не очень к месту. Так, я пытаюсь из режима выйти просто. Так, это где? Нет. Иди сюда. Ты у нас сюда будешь перемещаться? Сейчас мы запустим еще поезд. Вот это вот дело нам надо все-таки слегка подрезать, потому что поезд будет врезаться. Да, нам в целом такая большая скала не нужна. Мы возьмем небольшой кусочек из нее только. Так, главное, чтобы поезд проходил. Так, давай, давай, давай. Как много камушков тут на один сантиметр натыкано, но... ладно, ничего страшного. Так, и вот здесь. Ну, вот здесь, наверное, можно сразу кучкой убрать. Ну-ка, давай так вот проверим. Так, вот чпонькс, вот это убираем. Вот это раз, и да... отлично. Но поезд вроде должен проходить, хотя есть тут некоторые моменты, которые торчат. Но с другой стороны, вроде нормально. Мы сейчас еще проверим. Мы сейчас еще с тобой посмотрим, чтобы это все дело у нас работало, чтобы все было хорошо. Так, давайте. Где там у нас поезд? Открываем, запускаем. Все, поезд у нас может выдвигаться. Может же, по идее. Ну-ка. Так, а у нас есть кто-нибудь? Никто пока не хочет, вы серьезно? Это же... это же основная развлекаловка нашего зоопарка. Ну, блин, я их с другой стороны понимаю, что они чуть-чуть проезжают от одного вольера и все, и дальше просто по пустыне у нас по какой-то херячат. Вот, но мы там еще не закончили. Без этого тоже, к сожалению, никуда. Так, смотри, с этой стороны в целом смотрится довольно-таки неплохо, даже очень хорошо. Не хватает, знаешь, как будто бы каких-то деревьев. Мне вот прям хочется сюда что-нибудь розовое тоже воткнуть и немножко елок. Да, ты можешь сказать, что, ну, какие елки в этом вольере, а я тебе скажу да. Вот хочется мне, чтобы это выглядело как-то так. Так, ты иди, наверное, еще вот сюда. Да, мы сделаем небольшой тенек, и с другой стороны еще позакрываем некрасивые вот эти вот оборудования по нагреву. Зато для паровозика, ну, прям какое-то чудесное место. Ты смотри, ты выезжаешь, но это... тоже какой-то мэджик. Можно было, конечно, паровоз еще пустить у нас по воде. Это бы вообще было бы, наверное, огонь. Но тут, опять же, я немножко, наверное, за какой-то реализм, что, ну, блин, не будет у нас паровоз под таким склоном здесь подниматься. Ну, не, никак, к сожалению, не получится. Так, сюда елочку. Еще одну зелененькую мы с тобой тоже куда-нибудь воткнем. Да? Может, сюда? Ну, как будто бы неплохо. Так, и давай, наверное, еще одну сюда поставим. О, паровозик поехал. Ну-ка. Ну, шикарно. В нем, конечно, пока никого нет, но... это ничего страшного. Смотри, огибает он, получается, нашу скалу, немножко цепляет вот этот камень. Дальше вроде ничего не цепляет. Отлично.
Все, здесь мы выезжаем. Так, давай мы немножко вот этот вот камень, который цепляет, уберем внутрь. Это вот ты, да, скорее всего? Вот так вот мы тебя задвинем. Тынц. Все, чтобы ты паровоз у нас особо не цеплял. Так, дальше. Давайте. Мне еще много всяких наработанных чертежей, которые я хотел бы поставить. Во-первых, это вот у меня есть такие шикарно крутые лодки, которые я вот здесь вот хочу разместить. Знаешь, это, ну вот привезли их сюда, ну, либо для красоты, либо просто на них кто-то еще будет кататься и плавать. Мне просто очень хочется, чтобы они у нас здесь были. Так, далее, что у нас есть? У нас есть фонарь, именно такой вот, морская тематика. Мы его сейчас с вами тоже сюда поставим. Хотя давайте, наверное, даже вот так вот. Просто чтобы он у нас был, спасательный круг. Ну, опять же, для персонала, потому что у нас кто-то же приходит сюда, ну, я не знаю, кто чистит этот вольер, еще что-то, и я для них, наверное, знаешь, вот эти вот баллоны бы тоже здесь разместил. Вот так вот, здесь у нас будет такой хозяйственный уголок. Да? Да. Что у нас смотритель-аквалангист пришел сюда, такой, так, что у нас здесь происходит, вот у меня тут баллоны, вот у меня здесь там... Допустим, байдарка, чтобы здесь там поплавать что-нибудь, что-нибудь сделать. Мне кажется, это очень хороший вариант. Так, далее я хотел вот здесь вот немножко накрыть визуально верхнюю часть. И у меня есть вот заготовленный отдельно вот такой вот навесик. Мы его сейчас с вами здесь и поставим. Вон так вот, чтобы ходить было не сильно жарко. Так, давай мы только, наверное, вот эту вот балку передвинем сейчас с тобой. Так вот, раз. И вот так вот ее, да, наверное? Да. И все, тут какой-никакой тенек. Визуально это смотрится тоже довольно-таки приятно. Поэтому я люблю такие конструкции. Мы ее категорически с вами оставляем. Так, дальше. У меня еще был буёк. Буёк, блин, тоже довольно интересная вещь. Так, давайте мы его, наверное, сам буёк поставим как-то вот так. Да. Так, вот эту часть я от буйка уберу. Она мне не особо нужна. А шарики мы с вами сейчас куда-нибудь прицепим. Так. Ну-ка, иди сюда. Давай мы разгруппировку, наверное, сделаем. И вот тебя я заберу. Ну-ка. Лишнее тут понацеплял. Все? Да, вроде все. Так, ну-ка, иди сюда. И два буйка мы с вами, наверное, куда-то... Блин, подожди. Подожди, мне как будто бы для них место прям нужно. Особо у них еще цепи есть, поэтому мы, наверное, приколотим их вот так вот. Да, у нас просто два буйка. Будет еще с этой стороны плавать. И очень... Очень крутой на цепи и якоре у нас будет буй. Мне кажется, нашим ребятам понравится. Так, а еще, знаете, блин, по развлечениям. Я же вот очень сильно им хотел добавить. Здесь в вольерах есть вот где игровая наша вся тематика. Здесь есть еще вот такие вот рампы-платформы. Их тоже можно ставить, они будут на них залазить и, ну, не знаю, каким-то образом развлекаться. Так, субмарину мы поставили, это мы поставили, это вроде тоже все было. Может, еще одну уточку вам резиновую? Или вам в целом хватает? Так, подводная кормушка для растений. Ящик, о, интересно. Перетягивание каната? А это для кого вообще? Блин, интересно. Ну, ребятам вообще как будто бы нравится в этой стране где-то тусоваться. Я думаю, ладно. Ой, смотрите, какой милах. Где? Где ты? Вот он. Блин, ему так хорошо здесь. О боже. О боже, ты важный какой. Так, подожди, а в вольере что тебе не нравится? Я на вас не нажимал, там температура вам не нравится в вольере.
И растения. Ну, растения это понятно. Я тут лишнего немножко понавтыкал. А температура почему? 19, 39, 60. А, ну это он типа сам нагрелся, да, по себе? Вот, и пошел остывать. Ну, потому что как бы температура воды-то у нас нормальная стоит. Ну, я могу, конечно, вам еще охладители сюда поставить. На всякий случай. Вы у нас вообще сколько и скольки любите температурку? Ну-ка, где? До 31 градуса. Да? Блин, ну давайте я вам поставлю один охладитель на всякий случай, чтобы вам просто слегка комфортнее было вот в этом именно месте, где вы собираетесь. Так. Давай вот 25 градусов мы поставим. Ну, чтобы вы прогревались в то же время, да? Ну, потому что им нужно, наверное, и прогреться, и немножко охладиться. То есть развлекаются ребята у нас как могут. Во-во-во, смотри, залез. Он прям вот в эту штуку занырнул. Да? Ты у нас важный и крутой. Чпоньк. Все. Внутрь сразу слетел. Так, смотрим дальше по чертежам, что я еще тут не добавил, но добавить мне очень сильно хотелось. Это вот у нас фонари такие были, да, я их тоже планировал, да не выпланировал. Так, но мне нужно решить что-то вот с этой стороны. Потому что мне крайне важно, чтобы у нас был где-то здесь домик. Домик. Вот смотри, у нас есть вот такой вот домик. Довольно-таки неплохо выглядящий, кстати. Да? А может мы его сейчас с тобой как-нибудь здесь и разместим? Чё думаешь? Мне главное, чтобы он еще здесь не цеплялся, конечно, зараза такой. Так, или вот так вот его разместить? Я просто сейчас очень сильно над этим думаю. Да, как будто бы, знаешь, неплохо. Давай мы его вот так вот разместим. Да, потому что вроде как и здесь хорошо, и здесь хорошо. И как набережная, он у нас тоже будет замечательно выглядеть. Так, ну мне теперь нужны вот эти вот платформы. Ну-ка, я сюда пирс. Бла-бла-бла. Все дела. Мы сейчас из вот этого дела будем делать красивый пирс. Так. Ты у нас идешь вот так. И дальше мы тебя будем копировать. Хотя мне придется, скорее всего, здесь вот еще немножко поменьше. Это все срезать, да? Так. Ну, мы просто вокруг его сделаем пирсом. Чтобы наши ребята еще могли здесь тоже тусоваться. Так. Блин, здесь уже не видно. Тут, конечно, больше проблематично. Ну ладно, блин, придется это сделать, потому что мне этот бугор не очень нравится. Проблематично в чем? Потому что нам нужно сейчас с вами убрать воду. Ой-ой-ой. Потом немножко исправить вольер. Ну-ка, иди сюда. Так вот, мы тебя выделяем и ниже убираем, да? Да, вольер мы с тобой исправили. Потом мы идем в ландшафт. Мы это все сейчас с тобой корректируем. Чпоньк, да? Чтобы у нас выглядело это все красивенько. Вот, максимально ровненько. Так, вот так тоже замечательно. Так, блин, а я смогу, интересно... Блин, а я, по-моему, смогу. Ну-ка. Ты у нас же пустой внутри. Пустой. Я могу, наверное, сюда сейчас еще поставить комнату отдыха, сюда вывести дорожку для персонала, чтобы у нас здесь персонал ходил. Но мне нужно сделать так, чтобы она не попадала в зону вольера. Так, чтобы она не попадала в зону вольера, это нужно примерно вот так вот сделать. Так, ты идешь сюда. Ты идешь вот сюда. Хотя, блин, знаешь, как будто бы ей не против, чтобы здесь у нас тюлени тусовались. Поэтому можно попробовать сделать вот так. Так, давай еще одну. Вот тебя сюда.
тебя. Вот так вот, наверное, сделаем и все, да? Дальше ты уйдешь куда-то туда, но нам уже не интересно это все. Окей, окей, окей. Так, пойдем заливать опять воду. Опять заливать воду, опять ее подкрашивать. Так. Где-то у нас была конечная, критичная вот эта вот точка. Так, здесь так хорошо, так замечательно все. Окей. Я надеюсь, из-за того, что мы воду вернули, наших ребят обратно. Так, подожди, прозрачность воды мы можем здесь, в принципе, сами поменять. Не надо нам даже кристаллку добавлять это. Так, здесь единичку, окей. Погнали. Нет. Все равно, все, кто был в воде, их туда затянуло. Так, Magic, Magic у нас с тобой здесь продолжается на полном ходу. Так, блин, а вот здесь вот я не убрал, сейчас оно уберется. Нет, здесь как будто бы кусочек такой лишний. Не убирается, да, зараза? Ну ладно, там, в принципе, не шибко-то и страшно. Так, давай мы с тобой продлим. Вот это вот все, окей. Окей, вот так вот в виде пирса. Здесь еще нужно, кстати, нам такие бортики поставить. Вот, и канаты натянуть. Мне кажется, будет смотреться очень даже хорошо. А еще найти какие-нибудь бочки и здесь вот здесь вот снизу разложить, как будто это понтоны. Будет выглядеть отлично. Так, давайте сначала перейдем в объекты, перейдем в служебные здания, комната отдыха. Мне нужна... Так, домик смотрителя. Домик смотрителя это есть, да, по-моему, комната отдыха? Так, служебные помещения, вот это что? Комната отдыха большая, вот она. Ну, она, блин, катастрофически большая, конечно. Комната отдыха малая. Вот малая, кстати, нам больше подходит. Да, да. Давай мы сейчас как-то сконтактируем. Здесь двери, да? Чтобы они плюс-минус в одну и ту же дверь заходили. Чпоник ставим. Так, и теперь дорожки. Дорожки для персонала. Так, мне не нужна здесь, кстати, прокладка туннелей. И сглаживание ландшафта, наверное, мне не нужно. Ну-ка, раз. Два. Зацепись, пожалуйста, куда-нибудь сюда. Ну, очень прошу тебя, пожалуйста. Нет, не хочет он цепляться, поэтому мы сейчас сами с вами будем как-то с этим делом разбираться. Так. Блин, там он и здесь цепляет, и тут цепляет, и сверху и с ней. Готовьтесь, побелка какая-то. Так, ты кто у нас? Ты у нас Хейзел Гарвин. Это, по-моему, у нас не из подписчиков, а просто кто-то... Кто-то рандомный рандомыч. Так, давай мы, наверное, вот эту тогда уберем. Вот так вот, да? Раз, раз, раз. Так, и сейчас попробуем дорожку пробить. Пробить нам нужно дорожку для персонала. Хоть где-нибудь здесь можешь вывестись, а? Пожалуйста. Давай сглаживание ландшафта сделаем. Не нужно, чтобы она где-то здесь у нас чуть-чуть появилась. Но она прям нигде появляться не хочет. И странно, почему? Так, границу дорожек на земле убрали. Прокладка туннеля, ладно, добавим даже. Я просто в количестве бреда хочу посмотреть. Так, ну здесь она тоже не хочет, потому что что? Потому что... Блин, да и шаг поворота вообще ничего не мешает, сглаживание. Так. 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 И не цепляется, она не цепляется. Я вот всячески пробую, она не хочет зацепиться. Ну почему? Ну почему у нас был бы такой замечательный... Кстати, у нас вылез здесь этот... Что это комната отдыха у нас, видишь, здесь, блин. Ну, внутри, конечно, не супер посмотреть так. Но с другой стороны, тоже неплохо. Ладно, я еще, может, с этим делом слегка помучаюсь. Вот, и мы как-то дойдем до чего-то хорошего и основательного. Так, давай, ладно, вот это мы дело тоже все копируем. И здесь с вами украшательствами
некими тоже занимаемся. Так. Это нам нужно вот так вот. С дорожкой, да, я буду ее, скорее всего, пересматривать, пытаться как-то починить, подключить. Это же целое мероприятие тут на самом деле. Так, и давай мы сделаем привязку к поверхности. И вот так вот я хочу попробовать. Опа. Поглубже слегка зарядить. Так, давай ниже, наверное, тебя спустим. Вот так вот, раз. Так вот даже можно тебя сюда. Сделаем еще одну копию. Куда-нибудь вот сюда. Да? Да, смотрится хорошо, неплохо. Так, еще копируем. Блин, надо, наверное, поменьше сделать пузырики в воде. Ну, потому что очень сильно похоже, что как будто у нас в газировке ребята плавают там. Так, здесь мы тоже добавляем всяческие с вами камушки. Да, да. Так, я бы еще, знаешь, наверное, хотел... Так, вот сделаем сейчас. Красота, красота, красота полнейшая просто. Я бы еще хотел, наверное, вот отсюда взять один пирс наклонный. У нас с вами поставить его вот сюда. Ага, крутишься ты, конечно, шикарно. Так, ладно, давай мы тебя вот так вот поставим. Я тебя просто сейчас слегка еще переделаю. Ну-ка, иди сюда. Вот так вот. Чпоникс, да? Да. Так, а тебя мы уберем. Ну-ка. Хочу, чтобы ребята наши еще могли сюда подниматься. Ну, вот так. И здесь вот так вот. Вот, чтобы у них была возможность еще вот здесь вот побегать, полазить, потому что, ну, блин, а почему бы и нет? Очень классное место. Так, давай еще вот возьмем, попробуем сделать несколько кустов с этой стороны. Я прям хочу кустов, потому что я вот это вот дерево немножко притоплю. И, ну, выглядит как кусты, да, на самом деле. Мне просто сказали, что так делать можно, и я такой, блин, тогда я буду так делать, мне так нравится. Так, давайте мы еще фонарь наш разместим. Где он там? Сверху, снизу. Блин, что-то не понял, у меня там чайки еще какие-то зацепились. Так, ну-ка, иди сюда. Вот так вот тебе сделаем. И здесь вот на уголок. За бубяшем, да? Смотри, у нас фонарь есть и с чайчкой. Смотрится даже очень неплохо. Так, подожди, а что у меня по чертежам еще было, по-моему? Плюс-минус то, что я хотел, я все поставил, да? Ну, вроде как. Вроде как, да. Вот, ребята, теперь еще вот эти вот территории осваивают. Их не задавят, не переживайте, потому что, ну, они особо туда не подходят, им там неинтересно. У них очень классная внутренняя жизнь, поэтому... Такое их не очень привлекает. Давайте мы вот эти вот лодочки разберем. А, какого цвета? Давай синенького, наверное, возьмем. Копировать сюда. Я, наверное, ее хочу еще вот здесь вот поставить. Чтобы одна была лодочка еще с этой стороны. Вот так вот. Чпонь, это же все-таки у нас пирс, да? Какой-никакой. Пусть лодочка у нас здесь с тобой присутствует. Так, ну с дорогами я разберусь. Так, газацию. Газацию нашей воды, блин. Ну, внутри, конечно, смотрится очень хорошо. Так, пузырики 1.0. Давай, наверное, сделаем на четверку, да? Ну, чтобы не так много было. На шестерку. Да, вот на шестерку выглядит прям хорошо. Так, я еще вот с этим водопадом, да, хотел немножко заморочиться. Ну, потому что он не очень красиво тут смотрится. Ну, он смотрится красиво, я к тому, что нижняя часть его не совсем как будто бы нам подходит. Так, давай тогда сделаем вот так. Мы его сейчас здесь закроем. Вот так вот, чпоньк. Ну, потому что когда под водой течет водопад, это выглядит слегка странненько. Так, здесь мы делаем так. Вот так, здесь повыше поднимаем.
Здесь чуть пониже поднимаем. Так, теперь нам нужно разнообразие. Так, а ты у нас, блин, вот это не спецэффект, даже, да, добавлено. По-моему, ну ладно, здесь вода у нас еще пусть бурлит. Не так страшно. Так, разнообразие мы с тобой вот таким образом добавим. Чтобы у нас текстуры камня были разные, да? Вот так. Здесь вот так. И в целом это все неплохо. Да? Да. Ну, смотрится уже получше. Уже получше вольер у нас смотрится. Единственное, я же все хотел вот эти вот перила, да, поставить. Может, мы перила отсюда заберем? Они как будто бы длинные сильно, да? Но вот эти вот как будто бы ништячные, а вот сами балки... Сами балки у нас длинные. А это у нас что вообще, посмотрим? Пирс, спальное место, опора. Серьезно? Ну-ка, давай-ка в строительство. Пирс, спальное место, опора. Есть у нас такое? Нет, нет у нас такого. Это, видимо, именно из пирсовых каких-то моментов. Так, мы можем найти просто деревяшечку какую-нибудь? Невысокую. Можно повыше чуть-чуть. Вот типа тебя. Давай мы возьмем тебя и тебя просто слегка перекрасим. В принципе, деревянная, квадратная мне особо значения не имеет. Единственное, знаешь, вот хочется, чтобы пипетка какая-то была. В вольере слишком грязно, риск возникновения болезни. Это плохо. Так, давай по цвету посмотрим. Более желтенький, да, какой-то такой? Цвет вроде неплохой. Ну-ка. Единственное, нужно, может, посерее просто сделать. Ну да, как-то чуть темнее. Ладно, вот такой подойдет мне. Давай мы из тебя сделаем перегородочку. Так, иди сюда. Окей. Так, ты идешь у нас здесь поближе. Замечательно. Так. Тебя вот так вот. Чпуньк. Так, теперь все вместе кучкуем. А, нет, не все вместе. Вот это нам не нужно. А, нет, подожди, нам наоборот не нужно вот это. Нужно вот это. И погнали копировать. Нам нужно, ну, штучки три, наверное, разместить. Вот так, вот так, вот так. Да, дальше пусть ребята у нас сами добираются. Так, и нам это все дело еще бы перевернуть. И с другой стороны поставить. Так, копируем. Чпоньк. И вот сюда, слегка притопив, да? Да, смотрится неплохо. Блин, я, знаешь, я как будто бы еще на одну серию бы задержался на этом вольере, потому что мне нравятся какие-то такие мелочи здесь добавлять, делать какой-то пирс. Ребята у нас здесь тусуются. Ну, я не знаю, ну, по времени, как будто бы уже на сегодня хватит. Я не знаю, ну, давайте я остановлюсь, но продолжить или нет заниматься этим вольером, ты, пожалуйста, напиши в комментариях. Все, спасибо тебе, дорогой друг, что смотрел, не забывай подписываться, ставить лайки, комментировать, всего тебе хорошего, пока.